На грибном канале наших участниц уже ждали два китайских дракона. Этот вид гребли не требует особой тренировки, за то, чтобы стать полноценным экипажем, девушкам придется постараться. Для страховки на всех участниц заплыва одели спасательные жилеты. В рулевые к ним определили опытных тренеров. Место барабанщика в одном из экипажей заняла участница проекта Татьяна Сеник. Гонка началась. Команда под управлением заслуженного тренера России Владимира Попова с самого начала дистанции ушла вперед. Экипаж второго дракона, где за рулевого стоял тренер грибного канала «Дон» Борис Утевский, хоть и отошел от причала первым, занял место в корме лидера. Может, команде стоило спеть по-китайски? Оставляем лодки, жилеты снимаем, бросаем лодку. Поймайте потом там. Я хочу стать более сексуальной и уверенной в себе. Я пришла на проект, чтобы получить достойную спортивную форму и получить знания, которые я смогу передавать другим людям и использовать их, чтобы сохранять свою спортивную форму. Когда они туда уже пришли, в дальний конец, как бы, ну вот, уже почувствовалось, значит, девочка одна взяла на себя как бы лидерские качества, все ее слушались, как бы, и у них была задача обогнать было лодку соперниц. Они как бы хотели это сделать и старались, прилагали все усилия. Видно, что некоторые девочки уже чем-то занимались, какими-то видами, и физические упражнения, и координация движений у них была отлажена. Некоторые девочки видно, что как бы впервые занимались физической культурой, может, музыкой или танцами занимались. У них было с координацией посложнее. Ну, как бы они друг друга поддерживали и старались подсказать правильное движение. В древнем Китае лодки «Дракон» использовались в религиозных целях, как способ умиротворения богов дождя. Действительно, на грибном канале экипажам драконов умиротворить богов дождя удалось, а вот инструкторов нет. После водной прогулки девушек снова разделили на две команды и заставили вспомнить школьное прошлое – эстафету. Любая девушка хочет стать красивой, хочет много поклонников. Я пришла на проект за красотой, подкорректировать свою фигуру, проверить свою выносливость и за тем, чтобы почувствовать себя красивой и женственной. Под чутким руководством Оксаны Зеликовой и Игоря Байкова участницы проекта продолжили себя истязать в прямом смысле слова. На территории полосы препятствий им пришлось и подтягиваться, и отжиматься. Но самое сложное их ждало впереди. Хотя командный дух девушек уже чувствовался. Более подготовленные поддерживали уставших коллег. И самое важное, на вопрос о добровольном уходе из проекта меня готовы были использовать вместо боксерской груши. Это Спарта! Но все-таки бросишь? Нет. Мучиться-то? Нет, на самом деле это очень хорошо. Боль приятная после этого. Нестройными рядами участницы перешли к очередному тренажеру. Им предстоит преодолеть эту лестницу по несколько раз. В итоге, наконец, определится команда-победитель на сегодняшний день. А победителю, естественно, почет и уважение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Молодец, супер. Сбегай скорее, не останавливайся, ты не здесь. Там... Раз, раз, два, два. Давай, Светочка, давай, давай, давай. Четыре. В итоге первое место по очкам заняла команда под руководством Игоря Байкова. Опыт, наверное. Команда Оксаны Зеликовой боролась до конца и победила по очкам, по-моему, в самом сложном состязании – в прыжках на лестнице. Так что уставшие, но довольные участницы Ростов Бикини Project, как обычно, трусцой побежали подвести итоги и собираться по домам. Признаюсь честно, со спортом не дружила никогда. В данный проект пришла по нескольким причинам. Внести спорт в свою жизнь. За собой надо начинать следить чуть ли не с детства, но раньше у меня этого не получилось. Я думаю, что в течение 8 месяцев занятия спортом приучат меня к какой-то определенной спортивной дисциплине. Очень хороший показатель того, что они, проигрывая всю тренировку практически во всех эстафетах, не сниклись и боролись до конца, и в последней эстафете они ее выиграли с достаточно большим преимуществом. Наша цель, наверное, тогда достигнута, потому что кроме тренировки мы еще постарались сделать какой-то эмоциональный такой эффект. А завтра на кухне Алены Чижиченко мы вместе с коллегами из программы «Утро в Кубе» приготовим очередной фитнес-завтрак. Будет ли это не только вкусно, но и полезно для занятий, узнаем в 9 вечера. А голосование за участниц Ростов Бикини Project продолжается на сайте donmedia.info. От проекта я хочу получить красивое тело. Я не могу себе купить джинсы, которые я хочу, они на меня все большие. Не, ну это правда. Я хочу получить попу. Открыть для себя новые возможности.